Участковые уполномоченные Барвихинского отдела полиции провели на улицах поселка информационно-профилактическую акцию «Осторожно, мошенники» и напомнили жителям об основных мошеннических схемах. Особое внимание уделили самым распространенным видам дистанционного обмана. Например, когда преступник представляется сотрудником силовых структур и убеждает перевести деньги на якобы безопасный счет. Участников акции призвали быть бдительными и никому не сообщать своих персональных данных.